Укрепление суверенитета нашей страны, ограничение влияния Запада и перераспределение власти. Об этих и других актуальных вопросах жителям округа рассказали на очередном мастер-классе в рамках проекта «Химки. Интересно жить». Занятия по повышению правовой грамотности провел профессор юриспруденции Денис Харитонов. Он рассказал об изменениях российского законодательства в 2020 году, о которых говорил Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию. Стоит начать, наверное, с главной правки – это приоритет российского законодательства и российской конституции над нормами международного права и международных соглашений и договоров, которые предлагается ввести с этого года. Это означает, что после введения данной правки те основные нормы международного права, которые в данный момент не состыковываются, либо противоречат в каких-то моментах Конституции, они уже не будут иметь юридическую силу и не будут обязательны к исполнению на территории нашей страны. Во время мероприятия жители округа смогли задать юристу все интересующие вопросы. Такие встречи по интересам в Химках пользуются большой популярностью. С начала существования проекта уже было проведено около 4000 занятий. Андрей Григорьев – постоянный посетитель мастер-классов. Они дают информацию, по которой можно уже впоследствии развить интересность, по интересам развить свое направление, либо какие-то вопросы узнать. Мастер-классы в Химках проходят каждый день. Проект появился благодаря просьбам жителей и поддержке администрации округа. Те, кто хочет присоединиться к программе, могут узнать о ближайших встречах из разных источников. В нашей любимой газете «Химкинские новости» мы открываем афишу, анонс мероприятий, и перед вами все мероприятия, которые проходят на этой неделе. Пожалуйста, выбирайте, смотрите, приходите. Больше информации в соцсетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.